В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел концерт Эльхамлея Шлек, где известные артисты татарской эстрады порадовали студентов красивой музыкой. В их числе Эльгиш Шихразиев, Алина Азаткаримова, Ильнар Мирангов. Все они победители многих международных конкурсов, в том числе «Татармана». В нашем здании, в нашем актовом зале состоится концерт, который будет организован силами артистов филармонии Татарстана. Они к нам вышли с инициативой провести у нас это мероприятие в рамках Пушкинской карты. На этом концерте прозвучат татарские, зарубежные и русские вокальные произведения. В концертном зале собрались те люди, для которых татарская музыка не просто определенный жанр. Здесь царит родная и душевная атмосфера, которая цепляет с первых нот. Сразу после торжественного награждения преподаватели, талантливые артисты порадовали зрителей игрой на музыкальных инструментах и потрясающим вокалом. Это очень интересно, что в рамках института проводятся такие концерты, потому что не всегда получается ходить на филармонию, в театр сходить, а тут сами приходят и устраивают там концерты. Билеты на это мероприятие можно было купить по Пушкинской карте, а значит, любой представитель казанской молодежи мог насладиться чудесной музыкой. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.